И Саакашвили, и Турчинов говорили мне, что когда Россия проявляла уже первые шаги к агрессии, а Запад уговаривал и Саакашвили, и Турчинова не нагнетать ситуацию, не сопротивляться и, по сути, сдавать свою территорию. Понял ли Запад свою роковую ошибку? В случае с Грузией это был хороший совет, поскольку Россия использовала желание Саакашвили защитить свою страну как повод для вторжения. Она обратилась к влиятельным европейским политикам, которые принимают решения, и даже сегодня многие из них, а также некоторые европейские правительства, обвиняют Саакашвили, но отнюдь не Россию. Я думаю, что в определенном смысле действия России были эффективными, и в то время это была хорошая возможность для Саакашвили. Что касается Украины, у меня другое видение ситуации. Поскольку мы уже наблюдали российское вторжение, и у нас была информация о Крыме, произошло фактически наоборот. Европейцы сказали, зачем нам отстаивать Украину, если Украина не борется сама за себя. Я бы действительно хотел, чтобы все, в том числе Соединенные Штаты, быстрее отреагировали на события в Украине в 2013-2014 годах, когда мы увидели, к чему все идет. In 2013-2014, when we could see it coming.